Ми продовжимо святкувати День привітань. І з цієї нагоди, якщо ви не знаєте, як правильно вітатись, та як не образити свого опонента своїм привітанням. Прийшов привітався і вже образив. Так. Щоб такого не було з вами, ми запросили до себе гостю Світлану Безбородих, викладача школи етикету, зетики та естетики. Вітаємо вас. Доброго ранку. Як приємно, що при зустрічі ми знайомим і родним. Добрим утром, добрий вечір, доброї ночі, говорим. Доброе утро вам, дорогі, уважаємо наші ведучі і, звісно, жителі і зрителі. Ось, доброго ранку. Ну, як ви гарно підготувалися. Давайте поговоримо про привітання. Етикет – це взагалі купа різноманітних правил, які суворо треба дотримуватися. Але все ж таки, яке найголовніше правило з привітання? Конечно, не секрет для каждого, что непосредственно приветствие – это способ взаимодействия человека с друг другом и обращения такого рода. Но в каждом принятом народе, в каждой культуре свои определенные приветствия и формы выражения. Ну, это могут быть, допустим, те же жесты, словесное, либо это тоже в форме движения определенных. Поэтому здесь, конечно, главную роль играет культура и там, где воспитывался непосредственно человек. Вот. И в общем, можно сказать, что не только культура, но и религия. Потому что вы понимаете, что, допустим, если мусульманские страны или азиатские страны, там у них самый главный знак приветствия – это, конечно же, поклон. Когда отдает представитель, складывает руки, как во время молитвы, и кланяется, приветствует таким образом Господь. Вот. А у нас, конечно же, распространено это словесное приветствие, когда мы говорим «добрый день», «доброе утро», ну, конечно же, «здравствуйте». Тем более, вы, наверное, знаете, во многих деревнях, проходя мимо друг друга, люди по 1000 раз на день говорят друг другу «здравствуйте». И это очень хорошо. Если даже 1000 раз сказали, таким образом мы здравия желаем друг другу. И ничего зазорного нет, если мы подойдем, увидим его 10-й раз и не поздороваемся. Наоборот, пожелайте друг другу «здравствуйте», и таким образом будут все здоровы. Ось, якщо мы... зустріли десь на вулицях Луганська мусульманина. Як з ним вітатися? Чи робити уклін, як вони роблять? Чи тиснути йому руку, як ми робимо? Роблять у нас. Конечно же, в этом аспекте, который вы данный рассматриваете, необходимо, конечно, поклониться. Но я хочу сказать, что очень много символов различных существует и жестов при приветствии. Поэтому сейчас, в данный момент, запомнить их, ну, просто невозможно. Это все индивидуальные особенности каждого. Это все зависит от личности. Поэтому на самом деле нам в первую очередь необходимо, конечно же, уважать традиции того народа, с которым мы ведем общение или там первый раз знакомимся и так далее. Но самое главное, главное, конечно же, это самый распространенный жест – это рукопожатие. Поэтому, если вы начнете с рукопожатия, протянете руку тому же мусульманину, да, или кому-нибудь другому из представителей европейских наших наций, то абсолютно это будет очень даже хорошо. Это не будет сприйматися как что-то неправильное. Абсолютно верно. У какой страны найзвичайніший жест, можливо, чи найнезвичайніше привітання? Вы знаете, на самом деле, наверное, у африканцев. Потому что у них такое есть правило, когда при встрече друг друга, именно, ну, если посмотреть, там, североафриканское государство, ну, и так далее, они сначала сплевывают, потом плюют себе на ладонь, а потом эту ладонь протягивают непосредственно друг другу. И есть еще одно, не только рукопожатие, они могут даже плевать друг другу в лицо. Это очень хороший жест. Ось, не треба їхати мені в ці країни. Мені здається, десь я таке бачила, якщо не помиляюсь, у фільмі «Ейс Вентура». Ну, ви розумієте? Ні, ви, звісно, це бачили, коли смотрели на верблюда, який плювався. Ну, тим же, бачите, животний мир з чоловічим, в принципі, схож. Тому від природи не уйти. Я думаю, що... Что завгодно, можно вот танцует там, спевают. Да, конечно, афроамериканцы те же и танцуют, и хлопают в ладоши, и приветствуют друг друга. Даже вот, допустим, они не только могут, конечно же, плеваться, но есть такое распространенное, оно, кстати, в Штатах, в США, это приветствие кулаками. Знаете, когда кулаками друг друга и еще мизинцами, смотрите, они кулаками и мизинцами поприветствовали. Это тоже распространенный жест. Якщо вітаються хлопець і дівчина, от як правильно хлопцю привітати дівчину? Чи потрібно йому тягти руку? Чи вона потрібна дівчина? Повинна першою. Значить, перша руку завжди подає дама. Вона подала руку,
а парень потом уже, это мужчина, эту руку принимает. Но вы знаете, в наше время сейчас это не самый распространенный способ именно приветствия друг друга. Оно немножко уходит. Это да, там средневековье, возможно, и так далее. А сейчас главное, что девушка может подать руку, а парень в этот момент ее может принять. Как бы два условия. Либо он эту руку может поцеловать, либо он эту руку может тобто пожать. Тобто йому вирішувати. Да. Вона йому ось так під поцілунок, а він їй каже. Ви розумієте? Да, звісно, йому рішати, но девушка в этот момент должна быть настолько вот деликатной и тактичной, то есть не то, что ось, будь ласка, на, целуй. А она должна вот на таком, вы знаете, расстоянии протянуть, и в то же время как бы не то, что она специально навязывает. Его сподвигает, да, навязывает, чтобы он целовал эту руку, а просто вот так вот пожал, и это тоже так хорошо. Знаете, это так и повинно. А ось як бути зі словесним привітанням? Хто перший повинен вітатися, чоловік чи жінка, казати «доброго дня»? И, конечно же, всегда первым должен обращаться мужчина. Но здесь очень ключевое значение имеет статусность. К примеру, если вы на работе, и перед вами начальник мужчина, да, вот мужчина, а вы женщина, но по ступени иерархической вы ниже его, то ничего зазорного нет, если женщина первая скажет «Здравствуйте, Иван Иванович». И так далее. Поэтому, конечно, как бы мы отдаем дань предпочтения вообще мужчине, вы понимаете, что и женщина, инициатор тоже может быть. И то же самое с приветствием, допустим, представлять друг друга. Да, мы вот не знаем, всегда, допустим, младшего представляют. Или там мужчина представляет женщину. Но иной раз бывает и такое, что приходит студентка к профессору. Ну, не профессор же будет там, а здравствуйте, как вас зовут? А мы заходим, студентка, и профессору она говорит, да, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Зараз дуже поширені так звані чмоки-чмоки. Колись люди, навіть чоловіки, цілуються, як... Навіть не сьогодні це так, було ну, взагалі, не поширено. Сьогодні. Взагалі, завжди було поширено, багато версій, звідки це походить. Якщо людина каже мені, вітаю, та тягнеться цілуватися, я не хочу, що робити? Вот что робити, это, конечно, вопрос индивидуальный тоже. Конечно же, кто инициирует, тому надо непосредственно идти навстречу, вот, потому что это невежливость и знак. Вот, например, Брежнев. Никто не мог ему відмовити. Это точно. Такая ситуация получается у нас, вот вы сказали чмоки-чмоки, они в основном происходят из индийской культуры, потому что в Индии исконно поцелуи считались духовным олицетворением того, что человек как бы внедряется в душевное пространство другого человека, и таким образом этот символ остался и у нас. Но он модернизировался немного в том плане, что поцелуй не ярко выраженный, допустим, щека, ну, поцеловать, а так. А у нас такое прикосновение щекой в щекой может быть друг другу просто. Либо поцелуй перешел просто в объятия, который тоже является жестом. Вот. Ну, а что касается в каждом европейском государстве, они свои. Допустим, мы можем один раз поцеловаться. А, допустим, во Франции считается, что первое обязательно левую щеку надо подставить. А вот в Испании, Италия там два раза целуются и обязательно начинают с правой стороны. А чи буде, то, буде доречно, якщо я дівчину не знаю, а я хочу з нею вже пізнайомитись, та вже отак хочу з нею вітатися? Це зарано. Це точно, що вона зарано. Скаже, ні, я не хочу, я скажу, ти що, мене не поважаєш, це етикет. Это этикет, конечно, но на самом деле, конечно, вы понимаете, что, и я думаю, наши телезрители запомнят, что главное в нашей, вот такой вот, нашем государстве на Украине, это словесное, ну, конечно же, рукопожатие, а потом уже и поцелуи, и объятия, они сами с собой придут. Після рукопотискання. Як буде, якщо при вітанні, от ви не можете згадати ім'я людини? Чи правильно буде перепросити та переспросити ім'я? Чи краще зробити вигляд? Просто сказати привіт. Як його звати? Як його звати? Ви знаєте, лучше, конечно же, в такой ситуации, чтобы, ну, так вот не обидеть человека, лучше, конечно, имя в такой случай не говорить, а потом либо у кого-то узнать. Ну, и я считаю, что если, понимаете, мы все люди, мы все уважаем друг друга, и у нас равноправие, поэтому ничего страшного нет, если вы потом при беседе уже вы спросите и скажете, извините, пожалуйста, ну, напомните. Тобто правильно буде зробити саме так. Да. Або паспорт. Попросити. Так, достать там где-то. Ось бачиш.
Давай, паспорт, я пішла до банку. Так, що ж, дякуємо вам. Світлана, що ви сьогодні завітали до нас. Сьогодні у нас була чарівна та усміхнена гостя. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Спасибо, всього доброго. Ми нагадуємо, що у нас у гостях була Світлана Безбородих, викладач школи етикету з етики та естетики. А вже зараз на вас чекає наш гороскоп. Давайте разом дізнаємось, що нам на сьогодні пророкують зірки.